Вставляємо. Что тебе надо? Что ты лезешь к ней, а? Что тебе надо от нее? А ты че, муж ей, что ли? Валька баба свободная. Степан, может, ей молодого дела хочется? Да кому ты нахрен сдалась, да? Мне эта баба на тебя не посмотрит. Ты хорош, мужики. Да на меня только дочь твоя не смотрит. Ты то, потому что не можешь. Чё? Да я чисто такие слова. Костя, уйди, уйди, я сам разберусь. Степа! Она стоит! Да вы что? Степа! Успокойся, что Степан! Пап! Папа! Алена, ты что пришла-то? А? Да у меня работа не заладилась. Вот решила прогуляться. А у вас тут что? Дочь, а что, у нас хорошо все. Ага. А? Пойдем, я тебя домой отведу. Я сама дойду. Ну что ты? Давай я тебя провожу. Да что вы со мной как с маленькой, дойду я. А? Папа, а? Вы только больше не деритесь, ладно? Ну, не будем. Ну, все, я пошла. Все накурились? Пошли работать. Солнышко наше идет. Красавица. Ага. Такое солнце аж глаза слепит. Завидуешь? Кто я? Да к чему мне ей завидовать-то? Кому она нужна с такой красотой? Ой, не скажи, Наталья. Знаешь, как Костька-то за ней ухлёстывает? Да. Умора. Аленка слепая. Костька заика. Вот пара-то, угу. Обзавидуешься. Все наши мужики на нее заглядываются. А то ты не знаешь, что им кобелям надо. Если б не Степан, давно бы испортили девку. И испортят. Вот помяните мое слово. Злая ты, Наташка. И пойдет ваша красавица по рукам. Только пыль столбом. Закрой рот уже. Ой, Алена, извини, мы не хотели. Мы не нарочно. Ничего, мальчики, ничего, все нормально. Тебя проводить? Нет, не надо. Спасибо, я сама дойду. Ну, мы тогда побежали. Бегите. Только аккуратно смотрите. Хорошо. Давай, давай. Хотя, знаете, баба, иногда вот смотрю на нее и завидую. Каждый день опять сначала, хвори да ненастья. Что ж ты, мама, обещала, что наступит счастье? Что ж ты, мама, обещала, что наступит счастье? То ли в петлю, то ли в прорубь, так сердечко гложет. Ведь отсюда даже голубь улететь не может. Ведь отсюда даже голубь улететь не может. А, очки! Чё как сонные мухи, ей-богу? Сопли же есть, а? А ты чё с ней раздухарился? Петь, Катя, скоро.
Ну? Да заканчиваем. 5 минут осталось. Привет, Алена! Привет! Алена! Алена! Маргарита Николаевна! Здравствуй, девочка моя. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. А вы на почте были? Да, я сыну телеграмму посылала. Когда меня встречать? Уезжаю я, Аленушка. Как уезжаете? Куда? Да вон, с первым катером и поеду. Я к тебе сегодня зайду попозже, хорошо? У меня для тебя подарок есть. Ладно. Я пойду. Привет, Валентина. О, привет. Чё, смотрю, горючим-то на год вперед затаривайтесь. Если бы. Тут на неделю бы хватило. Ничего себе. Ты ничего не подумай. Вот это наши мужики выпьют, и все. Больше ни-ни. Сухой закон. Как это? А вот так. До следующего катера. Да, силен русский мужик. И не говори. Ну, береги себя, Валентина. И тебе не хворать. Осторожней! Вот без руки, ведь пороняют все, поразобьют. Да я тебе говорю. А, да, Влад, что ты болтаешь, что ли? Слышь, Костя, я хотел тебя что спросить. Ты меня запьем, как она в койке-то, хороша? Кто? Тук-тук, Степанова дочка. Ты че, сдурел? А че, ничего не было. Не было у нас ничего. Ага, а че ты каждый день шатаешься? Тебе-то че? А ничего. Ну, все, а че ты? Не лезь ты в свое дело. Да, сюда, еще раздавался. Да. Щенок. Ага, это за мной стоишь. Давай, все, давай. Вы стой. Ага, вот он стой, вот встаю. Вы стой. Давай, открывай. Куда ты лезешь? Давай уже время, ну. Ишь ты. Ешь. Пошли, ладно. Ты за мной, куда пошли? Сегодня мы вновь встречаемся со всемирно известным итальянским кутюрье Джино Мазини. На прошлогоднем шоу «Мы дети нашей планеты» коллекция господина Мазини, посвященная защите дикой природы из экологически чистых материалов, произвела фурор. Джино Мазини не только художник-модельер, но и философ, поэт, любезно согласился побеседовать с нами. Маэстро, маэстро, чем нас удивит мир высокой моды в новом сезоне? Удивлять становится все труднее. Я думаю, сохранится тенденция на отсутствие четких линий силуэта. В новом сезоне будут популярны приглушенные тона, сложные акценты. На первое место выйдет фактура ткани, оставляя за бортом кричащие принты и буйство цвета. Маэстро, существует мнение, что чем ярче одета женщина, тем больше она привлекает к себе внимание. В первую очередь, женщина должна быть чувственной и чарующей. И совсем не обязательно, чтобы наряд кричал о сексе. Я стремиться к своей коллекции спокойными и естественными. Чувственный и чарующий. Чем вы объясните наметившуюся в моде тенденцию возврата к прошлому? Модельеры возвращают нас то к 80-м, то к 60-м. Все возвращается на круги своя. Это закон жизни. В поисках чего-то нового мы часто оглядываемся на прошлое и лучше понимаем себя нынешних. Джина, а что вы можете сказать о своей новой коллекции? Нет, простите, это пока тайна. Давайте дождемся весны. Могу сказать только одно. Это будет сенсация. Спасибо, Джина. С нетерпением ждем вашей новой коллекции. Удачи вам и спасибо. Вика Гольцева, Антон Метельский для программы Style Now.
Маргарита Николаевна, это вы? Да. Зашла, как обещала. Вы совсем уезжаете? Да. Остаться не можете? Да сын зовет. Говорит, что они без бабушки с внуками не справляются. Да и мне уже здесь тяжеловато стало, старее я. Спасибо вам за все. Да что ты, Аленушка, ну? Если бы не вы... Если бы не вы, я... Если бы не вы, я бы... Аленушка, девочка моя, ну не плачь. Ну не плачь, все будет хорошо. Все у тебя будет хорошо, ты ведь такая, ты такая талантливая. Ты такая красивая, такая умная. Вы правда так думаете? Ну, конечно. Вот я смотрю на то, что ты делаешь, и не понимаю. Я учила плести кружева тебя. Сама научилась от мамы, мама от бабушки. Вот вроде бы все то же самое. Вот вроде бы все про каждый узелок знаю, про каждый узор. Но то, что ты делаешь, это что-то особенное. Это благодаря вам. Ну, а теперь самое главное. Сколки. Сколки. Это самое дорогое, что у меня есть. Это древние сколки. Им несколько веков. Они из Палестины. Моя бабушка говорила, что они от той монахини, которая еще ее бабку учила кружева плести. Господи, какие они красивые. Маргарита Николаевна, я уже вижу будущий рисунок кружева. Видишь? Да, внутри себя. Ну вот, они твои. Нет. Нет, я не могу их принять. Аленушка, мне некому их передать. Ты единственная, кто может сохранить их живыми. Маргариточка Николаевна, ну не уезжайте. Пожалуйста. Я вас очень прошу, не уезжайте. Девочка, пожалуйста. Я так тебя люблю. И очень-очень тебя люблю. Но поверь мне, все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы с тобой еще завтра увидимся. Все будет хорошо. Степан, давай за детей. У тебя же нет детей-то. Ну так это, будут. Девочку хочу. Маленькую. Красивую. Вот как у тебя Аленка. И для этого хотя бы жениться сначала надо. Ну то как, кто против? Степ, мне бы такую жену, как дочь у тебя. Чего? Ну а чё? Чем я плох-то? Даже не думаю. Еще раз заикнешься? Степ, пошутил я? Шутник. Я таких шуток не понимаю. За понимание. Петь, смотри, я предупредил. Ладно, ну чё, пошутил я. Здорово. 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 Отдыхаете? Не. Работаем. Степан, я к тебе. Есть что-нибудь? Ну как же, есть. О. Так, и сколько таких? Вот таких вот 12, вот этих 8 и 5 салфеток. Не, ну салфеток больше не надо, они плохо идут. Вот это вообще грязное. Так, ладно, вот эти возьму, все. Так, итого 720. Нитки привез? Ах, да. Сейчас. Че, ты сразу обратно поплывешь, что ли? Ну, а что тут делать? Через неделю буду. Все, пока, бывайте. Пока. Ален!
Ален, Ален, ты чего? Что-то случилось? Ты что, поплакала? Ничего. Ну, я же вижу, тебя что, кто-то обидел? Маргарита уезжает, Кость. Навсегда. Да, жалко. Мне будет без нее очень плохо. Ален, ну, а батя? Он же тебя так любит. Папа хороший, но это другое. И я? Я тебя никуда не денусь. Ты, Кость, тоже скоро уедешь из нашей глухомани. Почему? Во-первых, у нас и не такая глухомань. Ален, я тебя никогда не брошу. Обещаю. Правда? Правда. Я тебе кое-что принес. Моя любимая, с орехами? Да. Пойдем погуляем? Пойдем. Петрова? Здесь я. Бабки? За мной будут. Плюс 10% за задержку. Ты же все за прошлое, не расплатился. Бабки меня подгонят только завтра. Поэтому в пятницу, как приедешь, они сразу тебя. Петя, мы так не договаривались. Кончай базар. Ну, ты же меня знаешь. Я тебя за 2 года хоть на копейку кину. Да, и в следующий раз привезешь двойной багаж. Двойной? Дашь тройной. Все будет путем, Коля. Так-то оно так. Все. Я подписался. Че тебе еще? Никто тебя не кинет. Все, давай. Давай. Грация, милая. Спасибо. Да. Именно. Это великолепно. Это будет сенсация. Браво, Мазини. Джина, что с тобой? О чем ты? Это не давало мне покоя уже несколько дней. А сейчас я так ярко себе все представил. Спасибо тебе, Габриэла. Джина, ты сводишь меня с ума, умоляю, объясни, о чем ты говоришь. Помнишь кружева палестинского плетения, которое использовал Бертран на последней фотосессии с тобой? Да. И что с этими кружевами? Они станут основой моей новой коллекции, к работе над которой я хочу приступить немедленно. Древняя. Загадочная Палестина. Жаркое дыхание пустыни и времени. Я назову ее палестинской коллекцией. Браво, Мазини. Маэстро, но мы практически уже закончили венскую коллекцию. Времени до показа совсем немного. Забудь про венскую коллекцию. Ты не перестаешь меня удивлять. Иначе я не был бы Джина Мазини. Ну а ты не перестаешь меня вдохновлять. Моя Габриэла. Маэстро. Маэстро. Ну, как я держалась в кадре? Как обычно, нормально. И все? Даже не сногсшибательно? Я же говорю, нормально. Да если бы я захотела, я сделала бы этого маэстро на раз. Конечно. Кто бы сомневался. Ой, знаешь что? Я еще посмотрю, что ты там наснимал. Excuse me? Извините. Русское телевидение? Yes. Да, Russian русское телевидение. Я из Японии. Меня зовут Акира. Я представляю общество защиты журавлей. Я президент. О, президент. Please, sit down, мистер Акира. Прошу, садитесь, господин Акира. Это большое счастье для меня, что я вас встретил.
Я Вика. Это Антон. Мы работаем в частной телекомпании в Москве. Так, чем мы можем быть полезны вам, господин президент? Японские журавли. Скоро у них начнется осенний перелет, и они полетят через вашу страну в Африку на место зимовки. Их нужно снимать на местах их стоянок. Это очень-очень важно для науки. Вы когда-нибудь снимали дикую природу? Нет. Но приходилось снимать документальные сюжеты с настоящими преступлениями. Я знаю, как сидеть в засаде. Прекрасно. Я думаю, вы нам подойдете. А почему вы обратились именно к нам? У вас что, в Японии операторов не хватает? Организация съемки и получение разрешений и виз займет столько времени, что мы пропустим перелет журавлей. Нам легче договориться с вами, и мы готовы хорошо заплатить. Это радует. Да, это здорово. Хорошо. Куришь? Покурил уже. Ну чё? Как там? Слушай, сегодня ночью в твоем бараке шмон будет. Так что, если у народа что-то есть, ну, ты меня понимаешь. Хорошо. Все будет как надо. Когда шмаль будет? Да я бы хоть сейчас поехал, но я пустой. Охал дядя на деньги глядя. Себя отслюняв, не забудь, как договаривались. Я на ракете летаю. Давай. Бабки. На этом месте больше встречаться не будем. Стремно. Засечь могут. В следующий раз приезжай давай в тайгу. На лесосеку, к концу дня. И мне лучше. На 8 километров ближе. Давай. Осторожнее. Кость, да я здесь каждый камешек знаю. Ну, я по 100 раз на дню здесь хожу, и то не все помню. А я помню. Если прямо пройти, там кочка. Еще дальше. Столб. Слева дом врача Митрофанова. Чуть дальше Швырёвы живут. Они жили. Ален, жили, они уехали, а дом заколочен. А если прямо пройти направо, там проулок. К постсовету. Правильно? Правильно. Вот и я говорю. Костя, а у тебя есть мечта? В смысле? Ну, цель какая-нибудь в жизни. Ну, я хочу денег заработать. Много. Зачем тебе много денег? Ну, в Москву тебя отвезти. Там врачи глазные есть, хорошие. На лесоповале, правда, сейчас много не заработаешь. Надо бизнесом заниматься. А ну-к, из меня-то какой бизнесмен? Ну, ничего, я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаешь. Кость, постой. Ален, ты чего? Ты очень красивый, Кость. Скажешь тоже,
придумала. И добрый. Так, ну, перестань. И умный. Так, и я смешной. Говорю тебе, перестань. Ты мне нравишься. Правда? Правда. Ты мне тоже нравишься. Вечер добрый, ребят. Здрасте, дядь Петь. Ален, ну что-то какой тебе дядя? Просто Петр. Ну так это вы куда направляетесь-то? Гуляем. А, ну-ну. Закуришь? Да на, бери. Московские. Кури. Спасибо. За это не благодарят. Че он хотел-то? Ну, я сам не понял. Да ну его. Пойдем. Пойдем. Бог помощь! Так это, Степ, может, махнем еще по маленькой? Погоди, маленькой, дай хоть закончу. Ну, давай. Слышь, Петь, там мою Аленку в поселке не видел? Видел. Так это, опять с Костей гуляет. А, ну, ладно. Слушай, Степан, а ты за свою девку что, совсем не боишься? А чего мне бояться? Они с детства дружат. Ну, правильно. Аленка ему доверяет. Ну, только тут сам-то, понимаешь, дело-то молодое. Ну, хорош языком трепать. Петро, что ты мне не нравишься сегодня совсем? Степ, ну ты что думаешь, что если у тебя девка незрячая, то что в ней, думаешь, и соки не бродят, а? А этот перец постоянно рядом торчит. В поселке у нее другой девки нет, я точно знаю. Говорю тебе, друг он ей. Друг он ей? А я кто, враг, что ли? Не нравлюсь, да? Ладно. Ну-ну. Не, ну, я что-то не понял. Алена. Привет, пап. Ну что, нагулялись? Да, гуляли. Ну, иди в дом. Иди, иди. Присядем, разговор есть. Чего хотел-то? Ты это, что насчет Аленки думаешь? В смысле? В смысле? В смысле тебя и ее дурило. Че ты к ней ходишь? Да мы это, разговариваем. Че вы делаете? Разговариваете? Ну? Че ну? Не ну-ка мне. Короче, если что с ней сотворишь, не дай тебе Бог. Понял? Понял.
Опять мы опаздываем. Да вылет еще уйма времени. Что за привычка все время приезжать впритык? Опять я виноват? Нет, я. Ладно, идем. Ну что еще, Вика? Почему ты так со мной поступаешь? Как? Почему ты не сказал японцу, что нас двое? Вик, не заводись, ладно? Этому Акире не нужен был журналист. У них там своих навалом. Ему нужен был, как ты любишь говорить, просто оператор. Хорошо, тогда просто возьми меня с собой. Зачем? Вик, не обижайся, но ты сама подумай. Ну что ты там будешь делать? Тайга, Урал, там грязь, комары. Ты же привыкла к комфорту. Ничего, как-нибудь потерплю. Это ты сейчас так говоришь. А когда днем и ночью придется в лесу торчать, там начнется. Что начнется? Слушай, давай сейчас не будем об этом, а? Давай просто отсюда улетим. Иногда мне хочется порвать тебя на части. Очень хочется поскандалить. Ты не относишься ко мне серьезно. Секундочку. А кто сказал, что наши отношения – это серьезно? Ты же сама все время говоришь, что мы с тобой просто коллеги, которым нравится спать вместе. Хорошо, хорошо, проехали. Идем, опоздаем на самолет. И не смей на меня кричать. Да я... Ой, ниточка тянется, в узелки сплетается, сердцу парень глянется, да не откликается. Сердцу парень глянется, да не откликается. Какого черта? Hi, Andrei. Привет, Андрей. Oh, I'm so sorry, извини, что так рано и выходной. Это Бертран. Yes, I am busy. Да, Бертран. Андрей, рядом со мной сейчас сама Габриэла Пазетти. Who? Кто? Известная фотомодель. А также муза, советник и пресс-секретарь самого Мазини. Кого? Мазини. Знаменитый кутюрье. Ты что, еще не проснулся? Okay. Так, говори, okay. Слушаю. Дом моды Мазини делает большой заказ на кружева из России. Погоди. Я записываю. Какие нужны кружева? Вологодские, Балахна, Киров? Нет-нет, палестинские. Что? Ты пьян, что ли? Немного, но это не важно. Ты помнишь тот образец? Punto in area. Необычного плетения, которое ты мне переслал 3 недели назад. So и что? Это они и есть. И у Мазини от них конкретно крыша поехала. Так любила, что держись, обжигала взорами. Расписала б ему жизнь райскими узорами. Расписала б ему жизнь райскими узорами. Как под песни на кругу для него плясалась я. Да у речки на лугу. На, пересчитай. Сегодня утром звонил мой клиент из Москвы. Пришел неплохой заказ для твоей кружевницы. Как ее, кстати, зовут? Неважно. Ну ты темнила. Ну ладно. Записывай. 25 метров мерного кружева и 10 комплектов воротников с манжетами. Запомню. Только это очень срочно. За срочность будет дороже. Не вопрос. 300 баксов за метр, а также за каждый комплект тебя устроит? Только как можно скорее. Че ему так? Приспичило-то. Слушай, какое твое дело? Он наши дела не лезет, мы в его.
Ты мне кружево, я ему бабки туда-обратно, и все, разошлись, как в море корабли. Когда ты ее увидишь? Кружевницу-то? Ну да, кружевницу. А там следующую пятницу. Ну какая пятница? Надо скорее, позвони ей. Нет у нее телефона. Ну тогда, брат, извини, давай ноги в руки и обратно, хорошо? Видишь, как башляют? Башляют. Интересно, сколько же ты навариваешь? Не пойму, тебя что-то не устраивает. Ладно, проехали. Все нормально, Ген. Рад тебя видеть, Джорджо. Что у нас нового? Чем ты можешь меня порадовать? Я завидую той легкости, с которой ты ведешь дела. Мне в последнее время кажется, что все, что происходит, происходит не со мной. Как будто я смотрю плохой шпионский фильм. Ты чего-то боишься? Не могу сказать, что нет. Тебе кажется, что кто-то о чем-то догадывается? Нет-нет. Никто ни о чем не догадывается. Я любимый ученик маэстро. Мне просто неспокойно. Джорджио, мы зашли уже слишком далеко, чтобы останавливаться. Еще немного усилий, и все, о чем ты мечтаешь, независимость, деньги, возможность открыть свой собственный дом моделей, станет реальностью. А что будет с Мазини? А он много думает о твоем будущем? Если ты сейчас ничего не сделаешь, ты состаришься в его тени и умрешь как художник. Я все понимаю. Прости, что я тебя гружу, но мне больше не с кем об этом поговорить. Для этого и существуют друзья. Ты принес? Да. Здесь почти вся венская коллекция Мазини. Остальное, думаю, достану в течение нескольких дней. Я сегодня же все отправлю заказчикам. Деньги на твой счет будут переведены завтра. Хорошо. Привет. Это я. Это тебе. Ален, что-то случилось? Ты вчера со мной даже не попрощался. Ну так, я просто... Угу. Ну, извини меня. Угу. Мир? Угу. Ты помнишь, что ты мне вчера говорила? Что? Что я тебе нравлюсь. Ты мне тоже вчера говорил, что я тебе нравлюсь. Я и сегодня могу сказать... Душиться? Угу. Костя, а чувственный и чарующий – это как? Я не знаю. А что пап тебе вчера говорил? Ну, это по работе. Зачем же ты обманываешь? Я же слышала. Ты знаешь, какой у меня слух. А он сейчас где? К Валентине ночью ушел. А что? У меня папа мужчина видный. Она тоже. Баба в соку. Вот они. Ну, Ален. А что здесь такого? Да ничего. Смотри, что у меня есть. Знаешь ты, что это такое? Что? Это Маргарита подарила. Это такой трафарет для плетения кружева.
Называется «Сколок». Представляешь, его из Палестины привезли еще до революции. То есть ему, получается, лет 100? Может, 1000. Никто не знает. По вот это да. Могли кружева плести, в которых Дева Мария еще ходила. Ален, батя, он скоро вернется. А что? Поговорить надо. По одному важному делу. А со мной? Об этом важном деле нельзя поговорить? С тобой? Кость, ну что же ты молчишь? Да я... Нет, просто. Может, на лодке покатаемся? Давай покатаемся. Как дела с кружевами, Габриэла? Ты видела с Бертраном? Конечно, виделась. Не волнуйся, Джина. Я активно занимаюсь этим вопросом. Палестинские кружева из России будут нам доставлены в самое ближайшее время. Если за дело берется моя Габриэла, то у меня нет никаких сомнений, что все так и произойдет. Степ, глянь. Вон Костя Алену гулять повел. Ну, пускай. Я его вчера предупредил. О чем ты его предупредил? О чем? Обо всем. Ну, а может, у него какие-нибудь серьезные мысли? Да нет у него ни хрена никаких мыслей, я же спрашивал. Ой, да ладно. Сегодня нет. Завтра будут. Ну, глядишь, у них бы что-нибудь срослось. Ну, ты же не вечный. Не дай бог чего. Кто о ней заботиться будет? А Костя парень хороший. Ну, не принц, конечно. А по мне хоть и принц. А если не девку до свадьбы испортит? Я ему башку-то оторву. Вот упертый.